Алексей Панин, про ситуацию в Курской области. Здравомыслящий человек, как мне кажется, не может поддерживать войну, не может поддерживать убийство, не может поддерживать вообще какое-либо насилие человека на человека. Мне искренне жаль всех погибших в Курской области, всех мирных жителей, которые погибли. Мне абсолютно не жаль всех тех людей, в кавычках, а точнее, которые выстроились со слезами на глазах, просят помощи президенту Путину. Уважаемый господин президент, мы всегда поддерживали и поддерживали СВО, так называемое. Помогите нам, мы остались без крова, мы остались без дома, без денег. Ребятки, а вы не задавали вопрос себе, почему вы остались без дома и почему сейчас война пришла на ваши земли? Может быть, потому что вы поддерживаете СВО? Может быть, потому что вы поддерживаете убийство украинцев? Потому что вы все это время кивали гривой, вместо того, чтобы выйти на улицу и сказать, мы требуем прекращения войны, мы требуем прекращения убийств. Вы просите прощения чуть ли не на коленях. Жаль мне вас? Нет. Мне жаль тех людей в Украине, в чьи дома прилетели русские ракеты. Мне жаль тех людей, которые остались без своих семей. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему вы так живете? Потому что вы поддерживаете своего и Путина. Человека, который разграбил вашу страну, превратил из людей, из россиян. Сделал просто стадо живую биомассу. Еще 20 лет назад Россия имела все шансы стать цивилизованным демократическим государством и двигаться. Благодаря Путину ни у людей, проживающих в России, нету будущего. А вы продолжаете стоять. Продолжают стоять, пока ворота не сгниют и не упадут на рога.